В Твери на перекрестке у Парка Победы изменилась схема дорожного движения. Со 2 ноября на пересечении проспекта Победы с проездом Швейников в полноценном режиме начал функционировать новый светофор. После ремонта дорожного покрытия схема движения не позволяет выезжать с придомовых территорий налево. Возможность разворота предусмотрена на этом перекрестке. Светофорный объект оборудован дополнительной секцией – стрелкой для поворота налево. Светофор будет работать в трехфазном режиме. Для пешеходов выделена отдельная фаза, благодаря которой они смогут перейти проезжую часть даже по диагонали. В ближайшее время будет включен в рабочий режим новый светофор на пересечении улиц Паши Савельевой и Хромова.